Меня зовут Алла. Я работаю в компании, которая занимается изготовлением фотокниг. Тематика фотокниг разная, то есть свадебные, школьные, семейные фотокниги. Чаще всего происходит, что бывает, хронологически все выстраивают. Человек родился, не знаю, первые его шаги, потом в школу, как он пошел, потом как там были пионерлагеря, как он отдыхал, там встретил девушку, как они сыграли свадьбу, потом как родился его ребенок. Женщина, которая приходила делать так подобный альбом, шла и сказала, что вообще мы думали, что этот альбом потерялся. И мы чудом узнали, что он вот еще есть, и мы решили, что, ну, как бы, обезопасить себе, чтобы они все равно хоть какая-то память сохранилась, что, не дай бог, если там все равно потеряется дубликатик. Вот на самом деле это выглядит как коробочка с инструментами. Очень мне это нравится. И это очень необычно. Я могу сказать, что здесь почти на каждой карточке семья. Видимо, братья, потом бабушка, внуки. Лучики рассказываются дальше про каждого члена семьи. Это как будто, знаете, когда вот приходят родственники в гости, и случайно в руках оказывается фотоаппарат, и просто с кем-то общаешься, и случайно фотографируешь этого человека. То есть... Ну, просто так, потому что просто щелкнул. Вот это вот ощущение такое, что ну просто щелкнули. Ну, без глобальной мысли на то, чтобы потом что-то сделать, если какой-то проект, не проект, ну, потому что просто так случилось в этот момент. Но вообще, у меня действительно ощущение, что это один большой дом. Ощущение, что это мы переходим просто из комнаты в комнату по этим фотографиям. Декорации могут, конечно же, меняться, там картины на стенах, музыкальные приборы, но... Смысл в том, что да, здесь нет ни одной карточки с одним человеком, когда он один был бы. Он не брошенный. Кстати, все штучки, их можно трогать. Вот, это очень здорово. Ну, в смысле, и альбом тоже сам по себе можно трогать, но вот есть какие-то секретики, как будто бы, как в детстве. Не просто так пролистала, еще можно вот кармашки что-то засунуть. А меня немножечко эти вот фотографии, не знаете, как в голову приходит слово «пугают». Ну, в принципе, когда человек смотрит в кадр, он как будто бы здесь находится и как будто на меня смотрит. Это раз, два. Потому что здесь нет ничего, нет никаких личных вещей, все прибрано. Только люди, которые смотрят на меня, напряжение дает. Но в то же время устраивается диалог. Так что говорить-то можно. А это вот уже фотографии самой бабушки. Ее детство, ее родителей. Это очень необычно, что люди хранят фотографии в пакетах. Выглядит на самом деле вот эти все картинки, которые ну, сделаны, ну, дизайн сверстан таким образом, что есть фотографии в пакете, как вещдоки, которые трогать нельзя, и они пришиты к делу. Это письмо мы не читаем. Эта книга не перестала быть книгой о семье. Она все равно книга о семье. И вне зависимости от того, убил внук свою бабушку, дедушку или нет, ну, родственники, другие родственники, они остаются. А этот инцидент, я даже в голове это не могу представить. Она же такая вот, оп-оп. Как лесенка, как будто бы. Получается, вот я взяла книжку в руки, и я держу семью. В моих руках целая семья, целый род. Это, не знаю, меня очень впечатляет. Вот само положение вещей вот сейчас. В моих руках целая семья.